Ребята, всем привет! Мы с вами у Грэнни в квартире. Мы снова у нее в квартире. Я не знаю, как из этого выйти помещения. Нужно будет снова проходить и искать выход из этого дома. И сейчас мы этим и займемся. Она ломится в мою, по-моему, дверь. Если мне кажется, она открыла ее, что ли? Или что она делает? Сейчас мы попробуем тогда выйти из-под кровати. Да, и попробуем выйти вообще из комнаты. Ребятушки, ставьте лайк. Кто тоже боится Грэнни, но хочет ужасно поиграть в нее вместе со мной. Так, ребята, я ее слышу, вроде она на кухне. Вроде она на кухне, а мы с вами в этот момент забежим сюда и будем все проверять нычки, которые мы с вами только можем открыть. Но нужно точно понимать, где она будет. Давайте сюда пока вещи тогда скидывать. Сюда. О, тут как раз еще есть часть картины. Ой, я так испугался. Ху-ху. Да, давно я не играл в Грэнни, ребят. И у меня такое впечатление, что я просто-напросто... Ну, даже забыл, что тут делать. Но, надеюсь, вспомню потихонечку. Ну, и, естественно, вы мне можете помочь в комментариях. Что я делаю не так, пишите обязательно. Так, тут есть, что ли, новая дверь? Или просто-напросто я подзабыл? Так, это... Мясо. О, секатор. Так, ее тут нет. Ее тут вообще нигде нету. Давайте мы немножко пошумим, чтобы она все-таки сюда пришла. А мы в этот момент пойдем отсюда по добру, по здорову. Быстрее. Отсюда надо уходить срочно. Она же может нас засечь. Фух. Надеюсь, ее здесь нет. Ой. А что это мы так пошевелились? Так. Ну, вроде как ничего она не услышала. Надеюсь, так оно и есть. Так. Нет, ее нету. Надо быть очень осторожным. Нам нужно срочно второй этаж. Только вот как туда попасть? Давайте послушаем, где она. Вон она! У-ху-ху! Бежим отсюда! Бежим быстрее отсюда, ребята! Если она сейчас нас достанет, мы просто-напросто проиграем первый день. Нам этого делать нельзя. Нам срочно надо убегать от нее. Она знает, где мы, но мы-то с вами знаем, где она, и из-за этого мы можем убежать на третий этаж. А на третьем этаже нам знаете, что нужно? Я вот не помню конкретно, что нам нужно сделать. Нам, по-моему, надо... Слушайте, по-моему, нам надо главную дверь еще, да, открыть вот этими щипцами. Так что, в принципе, у нас есть чем заняться сейчас. Так, это сюда, и что тут у нас есть? Есть ключ от машины. Ага, надо слушать, где Грэнни, потому что... Ой, вон она стоит. Стоит, вон она. Убегаем обратно. Что нам делать? Я без понятия, друзья мои. Что нам делать? Как нам быть? Так. Бежим снова в подвал. И попробуем сейчас главную дверь открыть. Там же есть местечко, где этим секатором можно открыть... там, по-моему, часть двери, да, и мы с вами сможем отправиться дальше. Так, откроем, пожалуй, эту дверь. И что же, где там Грэнни? Она, по-моему, на втором этаже должна быть. Так, все, открыли здесь. Да, давайте от нее побегаем, почему бы нет. Нам, в принципе, нужно поискать, что тут есть. Так, тут все надо ронять. Эй, а где она? И где она? Грэнни? Ау! А, я тебя слышу, все, отлично. Давай, за нами. Так где же она? А, вон она, все, отлично. Мы можем с вами бежать в другую теперь сторону и не переживать по поводу нее. Потому что мы с вами убегаем отсюда. И очень быстро. Ай, вон она снова. Давайте, побежали, в общем, на третий этаж. Ой-ой-ой, так, рядышком прошли. Хорошо, капкан обошли. Нам срочно нужно бежать, ребята. Я не знаю, как нам быть. Я надеюсь, что мы сейчас успеем. Так, тут кидаем. И надо присесть быстрее. Хай. Фух. Так, секатор мы здесь оставили. Хорошо. Ой. Я что-то сделал не так, да? А, вон она. Все, ладно, убегаем пока сюда. Открываем быстренько вот этот вот... Тут есть ключ. Вейпон Кей. Ага. Ладно, хорошо, я знаю, куда нам нужно с вами бежать. Ребята, срочно бежим отсюда. Ой, ломаем здесь. Все нужно ломать, чтобы она к нам пришла. Сейчас, смотрите, она к нам придет. Мы уронили сейчас картину, и она
должна сюда была прибежать. Правда, ей, видите, мешает там стол. Так, у нас есть ключ от машины. Это уже здорово, потому что я помню, где находится машина. Нам бы главное ее найти. О, здесь еще есть от шотгана деталька. Это очень хорошо. Ладно, мы с вами сейчас до машины там проверим. Проверим, можно ли ее вообще открыть. Да, 100% можно. Так. Ой, слушайте. Слушайте, а это что такое? А почему мы не можем? У нас же есть кей. Мы должны сюда зайти, потому что она сейчас точно придет и нас найдет. Нет, почему-то ее нету. Она все не идет и не идет. У нас же есть ключ от машины. I need a car key. Это... Так, стоп, куда ключ-то улетел? А, вейпан кей. Я думал, это у меня от машины ключ. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой. Она вроде тут. Она снова вроде тут. Вот же она. Ну-ка давай, Грэнни, уходи отсюда. Нас ты не видишь. Уходи быстрее. Слушайте, нужно подождать, пока она уйдет, конечно. Пока-пока, бабусечка. Надеюсь, мы с тобой больше никогда не увидимся. Да нет, шучу, скорее всего, мы с ней... Ой, она меня слышит, что ли? Ничего себе, так испугался, думал, она меня действительно слышит. Но нет, нет, вроде бы ушла. Вроде бы ушла свои пирожки стряпать или что она. Я не знаю, можем над ней поиздеваться, можем ее потроллить. Я не знаю, ребяточки, можем все что угодно поделать, потому что у нас есть просто... Руки у нас точно открыты. Так, давайте откроем машину. Нужно открыть, что здесь есть вообще. Она снова, что ли, сюда идет? Нет-нет-нет-нет-нет. Успели, успели вроде бы. Успели, успели, успели. Да, фух. Фух, конечно, в машине столько железных вещей, которые гремят, которые я даже не знаю, как она на нас вообще реагирует все еще. Она почему-то не может посмотреть в этот ящик, к примеру, в котором я сижу. Давай, все, Грэня, уходи. Уходи, давай. Я очень сильно переживаю, потому что если она меня найдет, она меня снова будет бить своей палкой, а мне так этого не хочется. Фух, ну я должен сегодня пройти полностью эту игру, ребятушки, и я вам покажу еще раз, как эту игру проходить. Я уже который раз эту игру прохожу, но мне она все нравится больше и больше. Надо будет какие-нибудь модики поустанавливать. Напишите в комментариях, может быть, кто-то из вас знает моды на эту игру, я бы обязательно себе скачал и посмотрел бы их. Так, ну что, у меня есть... Что, все, в машине больше ничего нету? Вы серьезно? В машине действительно больше вообще ничего нету. И нам нужно найти на шотган все детали. Давайте мы этим сейчас, в принципе, можем и заняться. Почему бы нет? Так, здесь ничего нету, даже... Да, тут действительно ничего нету. Только вот нам нужно вот как-то тут аккуратненько. Аккуратненько. Отлично, мы с вами так аккуратненько работаем. Так, так, так. Ну, не работаем, убегаем от нее. Так, давайте вот сюда. Оп. Эй, дай пройти. Дай пройти. Все, вроде бы как мы смогли здесь протиснуться. Оп, хорошо. Вот я не знаю, что с этой табличкой делать. Вроде бы как она, ну, против Грэнни работает. Только каким образом, я еще не знаю. Ладно, мы с вами пойдем сейчас на улицу. И через улицу выйдем в гостиницу. На гостиницу выйдем в коридор. Потом пойдем на второй этаж. И, по-моему, там где-то на втором этаже есть комната с оружием. Фух. Я испугался, думал, что такое, задумался и испугался, думал, Грэнни что ли тут? Но нет, Грэнни здесь нету. Так, здесь есть у нас деталька, это хорошо. Так, нам бы что-нибудь еще найти. Так, это тут ничего, ничего нету. Давайте мы ей позвоним, потому что... Выходи, Грэнни, я хочу с тобой поиграть, я хочу с тобой поиграть. Выходи, 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 Грэнни. Грэнни должна быть где-то здесь. Но она 100% должна быть где-то здесь. Я, может быть, ее не слышу? Грэня! Грэнечка! Да как так-то? Выходи! Ты чё это не выходишь-то? Я не знаю. Сколько мы можем ее троллить, чтобы она к нам подошла? Видимо, ей так сложно ходить стало, то что она даже не может подойти нормально. Так, ладно, мы с вами пока в окошечко залезаем. Видите, она дверь тут закрыла. А мы быстро... О, еще одна деталька от ружья. Ладно, хорошо. Ну, пока, в принципе, это нам не очень нужно. Нам нужно сейчас быстренько, быстренько, быстренько на второй этаж забраться. Икс, тут мы откроем. Тут мы откроем, ничего нету. Ну, мы, естественно, на второй этаж быстренько, 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 быстренько.
Так. Главное, чтобы она нас не увидела, куда мы с вами идем. Так, тут мы с вами закрыли. А тут что есть вообще? Нет, здесь ничего нету. Ледни. Так, здесь осторожно нужно быть. Подождите. Опа! Все детали есть от ружья. Я знаю, где они все. Так, еще тут нужно найти нам местечко, где есть, по-моему, если я не ошибаюсь, это арбалет. Да, это арбалет. Мы с вами можем спокойненько теперь усыпить нашу бабуську. Давай усыпим ее прямо сейчас, я думаю. Почему бы нет? Бабуся! Бабуся! Здравствуй! Ой! Все? А, нет, все нормально. Все нормально. Мы с вами справились с этим заданием. Так, на 5 минут... Или на 2 минуты у нас есть, в принципе... У нас есть 2 минуты ровно, чтобы спастись. Так что... Так, это осторожненько. Хотя можно было, в принципе, попытаться. Ну-ка, стрельнем. Эть! И у нас есть отверточка. Нам бы ее, естественно, бы взять. Так. А давайте мы, кстати, здесь везде пооткрываем все. Посмотрим, что тут вообще есть. Тут может быть действительно что-нибудь да есть. Так, тут еще есть картинка бабушки Гренни. Ну, вроде как тут все пусто. Но выросла капуста. Ага. Да, здесь ничего нету. Бабуся Гренни нам ничего больше не оставила. Ой. Ой, я аж испугался на секунду. Больше... Вот так, деталька от картины, да? Так, мы здесь можем с вами, знаете, что сделать? Давайте-ка мы с вами быстренько сейчас вот сюда сходим. Я надеюсь, то, что она сейчас, прямо сейчас не появится. Если она сейчас прямо появится, то будет очень плохо. Но мы с вами пойдем на нижний этаж. Мы сейчас с вами пойдем на нижний этаж. А, тут же с этой стороны, да, можно зайти. Я и забыл совсем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Нужно куда-то сюда, по-моему, если я все правильно помню. Так, это деталька, да? О, точно, смотрите, эта деталька прямо здесь лежала. Еще одна. Ага, хорошо. Здесь мы с вами видим... А, давайте, знаете, что сделаем? Давайте мы от шотгана положим все-таки в главную комнату. В коридор сюда кинем пока. Вот сюда, оп. Подождите, она восстановилась или нет? Бабуся! У меня для тебя есть небольшая... так, ружье. Небольшое ружье. Бабуся! Надеюсь, она когда-нибудь восстановится. Сейчас, давайте ее подождемся, чтобы снова в нее стрельнуть. Вот она! Вот она! Ой-ой-ой, я боюсь! Вроде попал, вроде попал. Бабусь! Фух, у меня есть снова 2 минуты, ребята, фух. Фух-фух-фух-фух-фух-фух. Я успел это сделать. Давайте мы его сюда кинем пока. Слушайте, бабусь, что с тобой? Бабуська, ты чего? Что с тобой? Что с тобой не так? Бабусь! Бабусь! Да не, вроде с ней все нормально. Так, ладно, у нас есть еще один дротик. Или... А где у нас еще один дротик? По-моему, только в ней, да, дротик был? Сейчас она пропадет куда-нибудь. А мы с вами, естественно, попробуем открыть... Да, вон дротик лежит. Мы с вами попробуем сейчас вниз спуститься, открыть вот этим вот, вот этой вот отверткой. Там есть нычка одна у бабуси. Я ее очень хорошо знаю. Там можно отвинтить, по-моему, под лестницей. Да, вот под этой лестницей. Да-да-да, вот-вот-вот-вот-вот. Вот эта вот нычка. Мы сейчас ее откроем. Давайте вместе сейчас с вами ее приоткроем. Так, раз гвоздик. Два гвоздик. И можно, в принципе... О, плейхаус. Так, хорошо, мы здесь с вами отвертку тогда скидываем и бежим к плейхаусу. Я только, честно говоря, уже подзабыл, где он. А, все, я вспомнил, где он. Давайте мы сейчас на второй этаж быстренько сбегаем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. О, здесь от машины ключ. От машины это хорошо. В машине, в принципе, может быть что-то находиться. Так, давайте-ка мы это и сделаем. Ладно, у нас от хаоса есть. Мы сейчас туда сходим в начале. Так, мы можем сейчас через кухню пройти в большую комнату, да? И потом... Так, здесь от ружья же есть еще. Точно, детальки надо все собрать будет от ружья. Мы, естественно, это сделаем. Заходим вот сюда. А, не открывается, что ли? А вот сейчас-то откроется 100%. Так, дропаем здесь ключ. И у нас... Тут нужно, по-моему, если я не ошибаюсь,
Тут где-то есть еще детальки. Да, вот это вот деталька. У нас есть еще... Может быть, пару минут? Или у нас ни минуты нету? Представьте, у нас... А если у нас действительно ни минуты больше нету? Нам... Чего? Бабуся! Ты снова очнулась, что ли? Ну давай, сейчас мы с ней попробуем снова расквитаться. Так, ну вроде она открыла двери, а мы с вами можем бежать отсюда. Эй, бабусь, ты давай там поосторожнее будь, потому что мы там везде расставили свои ловушки. Вернее, ты расставила свои все ловушки, а нам их разгребать. Сейчас мы быстро в тебя стрельнем. Бабусь, только ты не сильно нас обижайся, я очень сильно надеюсь, что ты не обидишься. Давай, бабуська. Фух, я жду этого момента, просто жду, выжидаю. Бабусечка, у нас, мне хочется снова 2 минуты спокойненько жить, поживать, да добра наживать. Ой, бабуся! Ох ты, попал ровно в цель. Все, 2 минуты у нас есть. Она упала, но говорит, что хочет дальше... Ну, она еще вернется, я чувствую то, что она вернется. Ладно, берем первую деталь от шотгана. Бежим быстренько к машине. Я, кстати, думаю то, что, скорее всего, в домике, в детском домике, знаете, что будет? Я так думаю то, что там есть прекрасный какой-нибудь ключ от сейфа, к примеру. А в сейфе... Хотя не знаю. Ладно, посмотрим. Не будем гадать. Сейчас мы все рассмотрим, все как всегда. Тут все случайным образом нам найдется. Текст, тут вроде все мы почистили. И нам нужно сейчас, по-моему, вот тут сверху есть еще деталька от шотгана. И я еще знаю, где одна деталька от шотгана. Так что... О, нет. А, нет, да, дальше, вот там. Точно, я и подзабыл. Так, нам нужен вот этот вот... вот эта деталька. И мы побежали, наверное, в кукольный дом. Да, туда надо 100% сбегать, потому что у нас есть небольшая загадка. Где же все-таки другие ключи? Только там могут быть. Так, вот от шотгана надо еще взять с собой. Забегаем сюда. Кстати, я не знаю, нам шотган, по сути дела, не очень-то и нужен. У нас есть арбалет для этого дела. Так, и что тут? Мастер Кей. Ого, мы можем с вами открыть главную дверь. Только вот для чего? Нам на данный момент Мастер Кей. Она ожила, что ли? Я не понимаю. По-моему, она действительно ожила. Ладно, вот сюда кинем пока. Так, давайте-ка дождемся, пока она оживет. Или она, скорее всего, уже ожила, я думаю. I see you. Где ты? Она, мне кажется, уже ожила где-то, только мы ее почему-то не видим. И это очень странно. Так, нам бы от машины найти сейчас ключ. О, тут есть... О, вот еще от ружья. Но нам, в принципе, ружье сейчас не нужно. Нам нужно просто... Так. Что? Что? Бабусечка, красотусечка. Стреляй! Фух. Все, ладно, дропаем быстрее, бежим вниз, срочно вниз бежим. Так, открывается здесь дверь, и мы с вами можем в самый-самый-самый низ. Слушай, а может дропнем его пока сюда? Не-не-не, мы потом не найдем просто-напросто. Ладно, мы сейчас просто спустим вниз. Вот это ружье нужно точно собрать. Ну, просто хочется его собрать. Почему бы нет? Потом из него можно пострелять. Так-то даже интереснее будет. И, наверное, потом начнем открывать машину. Там как раз детальки с машиной, они в одном месте лежат. И так долго вот это передвижение делать, конечно же. Ну, а что делать? Ладно. Так, еще одну детальку осталось принести, и все. Ну, я знаю, где-то деталька. В принципе, можем ее сейчас сразу же принести. На обратном пути уже заряженное ружье с собой взять. Да, почему бы нет, так и сделаем, в принципе. Это очень хорошая... идея, как по мне. Так, мастер-ключ я сюда кинул пока что. Сами мы, естественно... О, а давай мы вот эту вот часть скинем тоже в главный коридор. Я помню, что мы потом в дальнейшем можем
Ее же... Там, по-моему, за картину за эту еще жизнь одну дают. И если я точно помню, по-моему, точно дают. Все, мы с вами еще одну детальку получили. Нам сейчас нужен ключ от машины. Естественно, мы его сейчас возьмем. Тут мы все обыскали, здесь ничего нету, да, у нас? Так, ну что, берем свое ружье заветное и попробуем с него уже пострелять. Ну, правда, нам пока не в кого стрелять, потому что мы и так отключили Гренни надолго. Но все же она скоро уже очнется и скажет: «Эй, где мой внучек? Где мой любимый внучек?» Так, возьмем, пожалуй, ружье и зарядим его. Отлично. Все, ружбайка у нас теперь есть. Но осталось самое главное. Найти саму Гренни. И в нее бахнуть. Прям стрельнуть. Так, где бы тут ее, во-первых, найти? Эй, выходи. Бабусь, я знаю то, что ты уже ожила. Бабусь. Бабуся. Выходи. Да, она уже ожила, ребята. У-ху-ху. Бабах! Все, на 2 минуты она отключена. Так, мы с вами бежим теперь быстро за ключами от машины. Так, быстро, ребяточки, пока у нас есть немного времени. Так, тут пули от ружья, но нам это не очень важно, потому что у нас есть где-то... Опа, кстати, эту детальку можно ее скинуть пока вниз. Нам бы действительно ее бы скинуть вниз, чтобы потом ее поставить. Давайте ее, пока она тут валяется. Эй, Гренни, ты че валяешься тут? Ты давай тут не валяйся. Ничего себе, че, ну как старый дед стала. Так, здесь вторую детальку мы с вами скидываем. И, по-моему, у нас уже хватает. У нас, по-моему, все детальки, да, есть? Так, слушайте, а я вспомнил. Частенько здесь арбуз был. Но его тут нету. Удивлен. Как же так? Почему его тут нет? Кстати, мы еще туда не ходили. А туда нам нужно будет сходить. Слушайте, а я не помню, где секатор скинул. А я и забыл, где я секатор скинул. Ну, ладно, найдем его. Не думаю, что это будет такая уж сильная проблема. Так, это что у нас? Это ключ, который нам пока не нужен. А здесь есть ключ от машины. Вот он нам как раз-таки пригодится. Так, сбежим быстрее открывать нашу заветненькую машиночку, в которой у нас какой-нибудь снова ключ лежит, либо... А, там, скорее всего, ручка. Ручка, скорее всего, от колодца. Да, там скорее... Да, ну да, наверное. Возьмем сейчас мы эту ручку от колодца, откроем, а в колодце, скорее всего, ключ от кейса. Как-то так. Думаю, как-то так будет 100%. Так, здесь открываем. О, молоток. Молоток — это хорошо. То есть мы сейчас можем бежать на самый верх. Ну точно, точно, точно. Мы пока с вами можем на самый верх. Не угадал, видите, я не угадал с предметами. Я вообще про молоток забыл. Так. Мы пока на самый верх. Бабуся, не очнись, пожалуйста, я тебя очень умоляю. А у нас, кстати, оружие все здесь будет, и мы из-за этого не сможем... по ней стрельнуть. Так, давайте-ка вот это мы с вами откроем. Оп. Так, попадали. Отличненько. О, смотрите, что это такое произошло? Так, сюда пока скинем. Надо запомнить, что мы его сюда кинули. И здесь ничего нету. Как-то странно. Ребята, у нас проблемы. У нас очень сильные проблемы. Да уж, она нас поймала. Она поняла, где мы. Эх. Я думал то, что мы пройдем с первого раза. Но именно в этом месте всегда сложнее всего как-то убежать от нее, потому что здесь очень громко, это раз. Так, мне очень сильно интересно, что мы будем делать. И какие у нас вообще будут идеи по поводу... Ну-ка, давайте, нам она должна открыть, во-первых, нашу дверь. Нашу дверь она должна открыть. Здравствуйте, бабусечка. Вы думаете то, что мы где-то здесь? Кто-то разбил тут вазу? Но нет, это был не я. Это я был. Куда ты уходишь? Я же пошутил. Ну ладно. Кстати, хотели бы вы, ребяточки, с бабусей встретиться? Ой, а что это она развернулась?
Хотели бы вы в реальной жизни встретиться с бабусей Гренни? Я бы не очень сильно хотел, потому что она действительно очень страшная. Но я к ней уже немножко привык из-за этого. Мне без разницы, как она выглядит, но честно, очень... Так, она нас снова встретила, увидела, и нам нужно как-то отсюда будет выбраться, чтобы она нас все-таки не видела. Как же она все-таки круто. Вот ее... Так, здравствуйте! Здравствуйте. Так, нас снова поймали, и это третья, да, будет попытка? Ну, по-моему, третий день. Ну, на третий день, в принципе, можно. В принципе, можно пройти легко, но будем мы хромать, конечно. Но я вот не знаю, куда нам идти, что нам делать. Я уже немножко подзапутываться начинаю с этим временем. Надеюсь, сейчас я выйду, и ее тут не будет сразу же, потому что она действительно может тут быть. Где она? Так. Бабусечка! Ой-ой-ой-ой-ой! Я так испугался! Так, открывай быстрее! Закрывайся! Не, ладно, все, мы не успели. Это что такое? Как мы не сможем пройти эту игру? Вы серьезно? Четвертый день, ребяточки. У нас четвертый день, и мы никак не можем пройти эту игру по ходу дела. У нас очень большие проблемы. Я не знаю, как мы ее пройдем, но я надеюсь, что мы ее пройдем. Фух, ну, Гренни, сколько же раз я тебя проходил, и что, я сейчас не смогу это сделать? Ну да, я стал намного больше хромать. Так, давайте здесь откроем, закроем. Возьмем пулю, нам надо, да? Давайте все-таки бабуську отключим. Да я тут, бабусечка, я тут. Красотусечка. Так, и бахнем! Ох, чуть не промахнулся, я думал, я промахнусь сейчас. Но нет, в итоге я нормально попал по ней. Так, быстрее сейчас на второй этаж. Очень быстро надо все делать, потому что у нас большие проблемы. Видите, как мы хромаем. И Гренни нас очень быстро, вообще очень максимально быстро пытается нас найти. Кстати, здесь прямо секаторы есть, это хорошо. Кстати, я думал, что, секаторы немножко в другом месте. Так, мы с вами здесь можем спокойно положить. У нас... А, да, тут можно секатором поработать. И где же тут секатор наш? Самый лучший. Эй. Вот, все, наш секатор здесь, как здесь. Здесь, как здесь. Вот, можно им спокойненько отключить. О, нужен... я понял. Нам нужен молот. Да. Нам именно молот нужен. А, по-моему, молот мы где-то здесь кинули, да? Вот он, наш молоточек, любименький и неповторименький. Сейчас он нам поможет сломать вот эту вот камеру. Камерочек. Опа, все, сломали. Отлично, теперь мы с вами сюда бежим. А, нам нужен секатор. Это последний раз, по-моему, когда нам нужен вообще секатор и молот. Давайте-ка откроем здесь. У нас есть ключ от сейфа. А от сейфа ключ нам вообще нужен или нет? Так, сейчас мы дропаем сюда. Нам ружбайку вниз надо скинуть. Давайте скинем ружбайку вниз. Так. Эй, давай, падай. Все, она упала вниз. Мы с вами, естественно, попытаемся здесь вниз упасть. Тут намного быстрее получится у нас. Почему-то я арбуза нигде не наблюдаю. Вы заметили, да? Мы с вами просто нигде арбуз не наблюдаем. Это очень как-то странно. Да, это очень странно. Так... Что? Она... Не понял юмора? Что? Гренни снова здесь? Как она так быстро возрождается? Да я тут... Ой, Гренни! Фух! Дропаем быстрее. У нас есть мастер Кей, во-первых. Чё мы тормозим? Подождите, а мастер Кей откуда? А, мастер Кей вот отсюда, я понял. Так, у нас есть вот такой вот прекрасный от сейфа ключ. Быстрее бежим в сейф, пока бабуся уснула. Она действительно уснула, она не мертва, если что, она уснула. Опа, вот и весло. Быстрее. Нам нужно просто бежать уже. Ой, не в эту сторону пошел. А, хотя зачем нам? Мы можем же через большую комнату пройти. Надо запомнить, где ружье лежит, потому что нам ружье нужно. Вот оно, ружье. И надеюсь, мы пройдем сегодня всю игру. Фух, я думал, что мы уже не сможем пройти, но в итоге
Мы проходим пока что. О, не, куда ты дропаешь? Куда ты дропаешь? Поднять-ка, поднять и... Да куда ты дропаешь? Ладно, давайте мы сейчас вот сюда заберемся в окошечко. У нас есть еще где-то минута на все, про все. И вставим быстрее, 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 быстрее. Крутим, крутим, вертим. Крутим, вертим, крутим, вертим. Что, что интересно выпадет? Там арбуз будет, скорее всего, да? Арбуз, давай арбуз, арбуз, арбуз. А в арбузе ключ на этот нитпад или, ну, белый. Да, это арбуз, все, отлично. Отличненько, все, я был прав. Я был прав по поводу арбузика. Так, его мы сюда кладем. И что же мы с вами сейчас сделаем? Ай, смотрите. Опа! И тут у нас есть подлог ключ. Бежим мы с вами быстро к двери. Ой, у нас молот на втором этаже. О-о-о, я и забыл то, что он на самом верху. Да. Давайте сейчас сходим пока за молотом. Так, здесь... Надо же по-любому как-то открыть. Да, все. А где ружье? Быстрее его надо перезарядить. Я точно помню, где-то здесь есть перезарядка нашего ружья. Так. Мы вроде пройдем эту сейчас игру, я вам... А, и она снова проснулась. Ну ладно. Сейчас мы с ней разберемся уже со 100% вероятностью. Бабуся! А где она? Слушайте, я что-то не слышу, где она. Бабуся! Где ты? Бах! Все, отлично, все, дропаем быстрее, бежим за молотком. Уйди с дороги, бабуся старенькая! Ой-ой-ой, как же, какая же она страшная все-таки, ой! Прям не могу уже. Все, у нас осталось совсем немножко, чтобы убежать из этого дома. Я думаю то, что сегодня мы просто попытаемся хотя бы от нее убежать, но это как вариант. Это как вариант. Я надеюсь, то, что у нас это все получится. Давай, 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 быстрее. Так, оббегаем здесь, пробегаем там. И... Давай, давай. Не, надо было все-таки на корячках проползти там и спокойно выйти. У нас есть ключ-мастер, который откроет дверь нам главную. У нас вообще все есть. Мы сейчас легко уже отсюда выходим. Тик, тик. И все. Все. Ключ, 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 ключ. Где ключ? Вот он. Мастер-кей. Все. Отлично. Мы сделали это, друзья мои. Мы сбежали. Мы сбежали. Ура, 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 фух. Не, ну конечно, Слендерина. Мы Слендерину вообще никак не попытались. К сожалению, мы никак не смогли Слендерину вызволить. Ну ладно, ничего страшного, в следующий раз попробуем. Ребяточки, ставьте лайк, 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 лайк. Пишите в комментарии, в какой мод можно поиграть в Грэнни. Ну мы с вами сегодня прошли Грэнни. Правда, она нас очень много раз подряд находила. Нужно было просто пересидеть, подождать, пока она уйдет, и мы... Да даже с первой попытки эту игру бы прошли. Я вот когда-нибудь попробую с первой попытки. Если вы поставите очень много лайков, я реально попробую с первой попытки пройти. Так что, ребяточки, обязательно подписывайтесь на канал Детские Игры. Нажимайте на колокольчик, да, чтобы оповещало вас всегда о новой серии. Ну и что ж, увидимся уже в новом ролике. Всем пока-пока!